Вот с таким трудом, буквально по сантиметрам, машина с расплавленным гудроном протискивается во двор по улице Астраханской. А ведь время идет буквально на минуты. Убедительная просьба к жителям города. Если вы видите, что в вашем дворе, он говорит, поставлены знаки и приступает к ремонту асфальтового покрытия в вашем дворе, просьба автомобили на это время не ставить. Работа довольно быстро происходит, и задержки особо нет. Рядом места есть для парковки, так что, пожалуйста, у нас были проблемы, да, некоторые, ну, задержки в работе. А вот жители дома по улице Астраханской, 86, к просьбам дорожных служб прислушались. В зоне ремонтных работ автомобилей нет. Да и для самих жителей укладка нового асфальта во дворе – знаковое событие. Надеемся, что доделают, будем ездить нормально. Во двор, по крайней мере, заезжать без ям. Были лужи, да. Я так понял, что жители сами местами подсыпали. Тут кто-то где-то камнями, кто-то щебенкой. Ямы, потому что были тут, местами даже по колено ямы были. В этом дворе дорожники переложат более 300 квадратных метров асфальтового покрытия. На восстановление, казалось бы, небольшого 40-метрового участка дороги уйдет почти 35 тонн асфальтовой смеси. Всего в Анапе планируется провести ямочный дорожный ремонт на площади почти в 4,5 тысячи квадратных метров. За прошлый месяц уже уложили более 1500 квадратов. Основные улицы города уже профрезерованы и готовы к дальнейшей укладке. Сегодня у нас планируется улица Промышленная, вот, и в дальнейшем улица Ленина, там уже подготовлено фрезерование, затем будет проливка производиться, улица Ивана Голубца, улица Шевченко, Самбурова, объездная, парковая. Ну, это первоочередные, ну и затем дальше. Пока все работы идут согласно графику. И если погода останется стабильной, то к 1 мая ямочный ремонт будет полностью завершен.